Куда я не хотела, не ходила. Зачем Клара Новикова хочет в Украину? 75-летняя Клара Новикова больше 5 лет не была на могиле родителей. После выступления в Крыму актрису внесли в список миротворец, а узнала она об этом случайно. Новикова девичья фамилия Герцер родилась и выросла в Киеве. «Тогда мы еще были одной страной», – рассказала она в эфире шоу Екатерины Гордеевой. «Я не понимаю, что это две разные страны. Я хочу, чтобы все наладилось». Звезда рассказала, что она принимала участие в агитуре по приглашению Кобзона. «Меня попросил Иосиф Давыдович, я не могла ему отказать. Куда я не хотела, не ходила. Не ходила за Жириновского агитировать, хотя тоже очень хорошо платили. Я не знала Януковича, хотя я участвовала в предвыборной кампании его. Надя Бабкина, Коля Басков, Филипп Киркоров. Лолита была огромная компания. За нами висел портрет Януковича, выходили на сцену, шутили, пели. Концерты все были на площадях, по 100 тысяч народу. Мы выступали под жовто-блакитным флагом, а другие под оранжевым. Последний раз Новикова попала в Киев по приглашению Дмитрия Гордона и впервые гуляла по родному городу, под охраной «Я была на Майдане». Это было ужасно, это было месиво. Там ходили какие, то старые дуры с кастрюлями на голове и ложками били по ним. Я спросила одну из них, как ее зовут и что ей надо. Она сказала: «Свободу». Я разговаривала с маленьким мальчиком из Одессы, спросила, что ты здесь делаешь. Никто не мог внятно сформулировать. Я видела, в каком состоянии там были люди, на решетку прямо на огонь бросали сладка немытых и нечищенных кур, чтобы их потом есть руками. Я всех жалела и больше всего хотела, чтобы это прекратилось», – поделилась она впечатлениями. Уважаемые зрители и подписчики, сейчас минутка вашего внимания. Девчоночки, хотите готовить вот такие шикарные разнообразные завтраки каждое утро, при этом легко и просто, из понятных ингредиентов? Приходите на мой бесплатный вебинар, прямо вот здесь внизу ссылочка, и мы с вами научимся делать такое дома быстро и разнообразно, кушать с утра.